Чики Бамбони, смотрим клип от Тини и Алехандро Сенс. Ну, девушка и парень. Все просто. Вау, красота. Блин, как красиво. Локация. Эпичное появление. Ну, собственно, знаете, встреча какая-то. А, да. Оу. Все, мы сразу видим, ну, уже какие-то зацепочки на любовь, так скажем. Чик-чик. Крючок поймал рыбку. Мы уже тоже видим это, акцентировали внимание. Смотрим, что дальше. Девушка, кстати, красивая, очень яркая. Ну, страсть, в ней есть страсть какая-то. Хоть я ее не видел никогда. Ой. Ну блин, все, пошел, да, дух. Ну что, я понимаю, видно, когда парень начал петь, да, мужчина, то есть сразу пошел этот, ну, испанский, эти вот мотивы, сразу веет духом Испании, солнышко, все круто. Вот, все. То есть как то стоило ему только запеть, и все это начинается мгновенно. А девушка из Аргентины, так скажем. Ну а красотка. Это кадр получается вообще старый, то есть, знаете, сона. Между ними была любовь, и потом, ну, сейчас уже все по-другому, у нее уже есть другой парень, то есть тут жизнь, реальность. Я все не, все нормально. Даже будет дать такие переплетения со старыми моментами, вообще все четко. И скорее всего, потом будет такой фрагмент, когда сейчас он ее отведет в какое-то секретное место, где они все время проводили, ну, время вместе, и потом покажут, как они в прошлом также там сидели. В общем, хорошее настроение, вот эта песня. А девушка тут хорошо поет, очень хорошо. Здесь нету нашего никакого, так скажем, все. То есть она хоть танцовщица, кажется, еще актриса, певица. Да, в общем, она все. Она всем пикает. Знаете, как говорят, оркестр. Творческий оркестр. В общем, молодцы. Сработались они отлично. То есть девушка добавляет, так скажем, словно любовь от девушки. То есть она как эмоции от любви, вот, ну, крик души, вот эта вот радость. Мужчина описывает саму их любовь, то есть такую, знаете, легкую, непринужденную, какую-то. Ну, они как вот плывут по течению, все радужно, все классно, душевно, атмосферно. И кадры, ну, такие с прошлого, они отлично дополняют эту фитюр. Все-таки да, и вы видите, даже они не закончили так грустно. Ну да, все-таки у нее уже своя жизнь. Ну то есть видите, компас словно показывает на него, то есть как бы словно он выход для нее, то есть как сказать, спасение что ли. Когда заблудился, ты смотришь по компасу, вот тебе надо туда идти. И как бы компас до сих пор говорит то, что тебе надо вон к нему идти, так скажем. Ну вот некий символизм.
метафор, аналоги. И вот мужчина ушел, коротко спрятался. В общем, очень стильно. И пролетело тоже очень быстро, потому что очень динамично. Все, вот так, все это вот душевность, она везде перестрит. В общем, страстная любовь, милая любовь. Вот и все. То есть, когда тебе... Молодежь, короче, вот и все. Этим все и описывается. Но в конце все равно реальность. Все-таки я был прав, то, что покажут там все-таки какую-то реальность, где уже все не так радужно, где они уже, скажем, где каждый уже имеет какую-то свою жизнь. Это логично. Так же и с друзьями, и совсем. Респект девушке. Красотка. Отлично двигалась, ну, именно на камеру. Поет так же филигранно, голосом играет четенько. Мужчина вообще, как, знаете, такой, ну, тамада. То есть он как только начал петь, сразу настроение стало веселым. То есть он прям душа компании. Ну, именно в этой песне, по крайней мере, он как душа компании. Он вот так вот чик, и зажег наше настроение. Просто сел вокруг. Коробок спичек жахнул. И все, и наше настроение уже имеется. Ему как бы особо усилий прилагать к этому не надо. Добра позитива. Всем чики-помпони. Пока-пока. Thank you.